болел? Денис. А вы сегодня пришли поболеть за какого-то конкретного диджакея? Мы на самом деле пришли, потому что нас в метро, на последнем метро остановила девочка и сказала: пойдемте, там классная музыка, и мы пошли. Ну, случайно пришли, абсолютно, просто случайно. Мы тоже пришли случайно? Да. Мы пришли на вечеринку случайно? Мы, да, случайно, но на самом деле очень хочется поболеть за какой-то конкретный стиль музыки. Наверное, это будет брейкбит. У вас есть какой-то любимый диджей, который сегодня выступает? Любимый диджей? Да, из тех диджеев заявленных, которые сегодня соревнуются за звание лучшего. Нет, сегодня любимого диджея у меня здесь нету. Я сюда попал случайно тоже. Понятно. Но музыка вам нравится сегодня? Музыка нравится. А вы будете приходить на диджей-баттл и болеть за диджеев, которые соревнуются за звание лучшего? Да, будем болеть по-любому. А за кого, если не секрет? Мы пока что еще не знаем, мы послушаем всех и потом решим. То есть вы будете болеть объективно, а не по дружбе? Да. А вы еще не вкинули жетончик в урну? Нет, еще не вкинул. Если здесь не будет минимал техно, то это будет определенный брейкбит. А, скажите, пожалуйста, сейчас проиграл свой сет Джей Коронец. Вам понравился его сет? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, в принципе, пока я находился на танцполе, было ничего. Я недолго там находился, поэтому не могу особо выразить своих эмоций. А вот в коктейль вставляют обычно две трубочки, хотя, в принципе, чтобы пить коктейль, достаточно одной. Как вы думаете, почему? Две трубочки для того, чтобы... Может, сблизить двух людей, я не знаю. Одна — это скучно. А по вашему мнению, почему так происходит? Что именно? В коктейлях две трубочки, а не одна. Почему так? Ну, я тоже думаю, наверное, для того, чтобы два человека пили из этого одного коктейля. Это вот какой-то интим, не знаю. Может, у вас какое-то свое мнение на этот счет? Да, из одной нюхать, из второй пить. Нюхать что? Да, запахи. Как интересно. А почему в коктейлях две трубочки, а не одна? Обычно бармен подает его? Ну, не знаю, наверное, просто ему не жалко.